Так, доброго всем. Значит, первое видео я снял, как я разбирал это все. Вот, теперь видео поставили мне новые втулочки. Вот. Стояли у меня вот такие вот. Одна медная и одна стальная. Из-за этого клинило стартер. То есть причина, почему оно могло клинить. Стальная втулка имеет свойство ржаветь. Медная, она слишком вязкая. То есть я ставил ферит, бронзово-графитовый сплав втулочки, потому что они скользящие. Они такого цвета идут. Вот, если вы видите, они и не желтые, и не черные, и непонятно какие. Вот. Если самим разворачивать, допуск 0,7, 7 соток, 15 соток. То есть развертка стоит 40 гривен. Отдать, развернуть, мне это обошлось 100 гривен. Вот, в принципе, как бы и все. Видео очень короткое. Единственное, что я еще взял графитовой смазки. Еще дополнительно промажу втулочки, дополнительно промажу валы, все детали, которые трущиеся. И, наверное, немножко протру этой смазкой на втягивающий вот этот вот шток. Потому что бывает, что он подклинивает. Ну, как бы и все. Пишите свои комментарии, подписывайтесь. Будем снимать еще.